Итак, здравствуйте, дорогие друзья, сегодня с вами я, Рик Майт, и это мой второй летсплей на сегодня, на сегодняшний день по игре Slender the Real. Итак, начнем. Я думаю, игра вам понравится, советую вам ее пройти, особенно если вы любите саму серию игры Slenderman. Это, правда, классная игра, хоррор, причем такой настоящий хоррор. Единственное, что мне не нравится именно в The Arrival, то что Слендер стал менее агрессивный. Но это я по первой части так сужу, которую я снял буквально позавчера ночью. Ну, мы посмотрим, вроде как сейчас должно быть получше, потому что я думаю, я его разозлил тем, что я прошел первую главу. Я думаю, что сейчас будет худо. Ну, сейчас загрузится, и мы начнем игру. Так, загрузка, начались страшные звуки, ну, как всегда. Вот наша машина, я пропущу, думаю, потому что заставку вы это уже видели в первом летсплее, если смотрели. Так, а вот этого... А, все, извините. Так, мое меню. Я случайно запустил все сначала, ну, бывает такое, это тупые фейлы. Ай, так, выбираем локацию, Enter the Abyss. Сейчас загрузится, и мы начнем играть. Так, немножко осталось. Честно, вот в первой части мне как-то было не страшно, потому что, ну, в основном все в лесу, там убегать было легко. Насколько я понимаю, что сейчас действие уже будет проходить не в лесу, а в каком-то, или это, или завод, или это какая-то фабрика, я не знаю. Дело в том, что там замкнутое пространство, и там бежать некуда, просто-напросто ты оттуда не выбежишь. Так что я думаю, сейчас будет настоящий экшен. Но сейчас мы все увидим, в том числе и я. Я это почувствую, а вы это увидите. Так, вот мы проснулись. Или, ну как, просто упали и потом проснулись. Так, фонарик есть. Все, пойдемте. Так, что там выполнить надо? Да, исследуйте местность. А, хорошо. Это, наверное, будет во всех частях, потому что в первой части то же самое мне говорилось, только я что-то очень плохо исследовал местность и появился уже тут. Напомню, что главный герой у нас девушка. Если я не ошибаюсь, это Лара. Лара обычная, не Лара Крофт, я тоже так поначалу подумал. Там еще и Скати из Фейлил, ну ладно. Не будем вникать в те подробности. Вот мне эта камера напрягает, то что я Outlast сразу вспоминаю, мне хочется тупо обсериться. Реально, потому что я когда играл в Outlast, мне было не до смеху. Так, сюда нельзя, да? Так, что это за записка? Пятая записка, да? Так, я вот думаю, наверное, пойдем туда, потому что там был забор. Да, мы, наверное, правильно пошли, потому что вот какие-то здания, какие-то трубы. Так, не люблю этот звук. О, боже мой, это чертова пианино. Она меня напрягала еще с первых частей. Черт. Так, какой-то плакат. Пропало. Разыскивается. Ух ты, какой парень. Ну ничего, такой. Ну, таким быть, конечно, ну ладно. Так, фу, котяра, блин, ну ты не напрягай меня, а, страшно и так сейчас, блин, еще и тебя обосру, а. Так. Фонарик, я думаю, включить. Да, мне нравится переключение, это вообще классно, если вдаль особенно посветить надо, вот так вот светишь и вообще зашибись. Так, бля, думаю, надо идти. Нехай нам на одном месте толчиться. Здесь банки еще полезут. Так, я читать это не буду, потому что это мне не... О, седьмая записка. Я просто не хочу это сильно читать, потому что, ну, время будет занимать только. Так, нет, там ничего нету. Так, мне какие-то стрелочки похожие, не знаю, на что. Ну, я бы вам сказал, на что, но я думаю, это будет цензурщина. Ладно, я скажу, оно похоже на какую-то сперму, я не знаю, на
сперматозоиды. Ну, если честно, я это спиздил у GS. Ничего страшного, я думаю, он простит мне это. Так, генератор. Ого, 6 генераторов. Так, о, кнопочка. Надо нажать на кнопочку. А, надо включить все генераторы. Так. Так. Надеюсь, тут... Опа. Надо уходить. Окей. Окей. Я уйду. Я честно уйду, если вы так желаете. Так, куда пойдем? Давайте пойдем вот сюда. Так. Я сейчас уже могу более-менее... Чувствую себя расслабленным, так как родителей дома нет, могу матюкаться, делать все что угодно. Сейчас почти два... Нет, сейчас, секунду, я скажу вам, сколько время. Так. Сейчас 1:30 ночи. Мне, конечно, сыкотно играть в такое время, но что поделаешь, должен быть эпик. Так я вот не пойму, я что, буду просто включать и все, что ли? Никаких ебак не будет? Я уже 5 минут тут пробегал почти и никого еще не увидел. Бля, как-то меня это напрягает. Так, нихуя мне этот звук не нравится. Бля. Нахер. Бля! Ты кто? Ты кто? Ты кто? Уйди отсюда! А, все, я понял, если ты светишь типа дальним светом, то оно ее будет ебашить. Ах ты ж заебучая пидораска. Нихуя ты меня не догонишь, ты, тварь. Ебать, она страшная. Бля, иди нахуй. Иди нахуй, я сказал. Нахуй иди. Нахуй. Ах, я тебя буду пралить сюда. Иди, пидор, 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 сука. Я твою мамку ебал. Говорю, как школота. Так, съебись. Не хочет передо мной крутиться. Так, я нашел еще один генератор. Ух ты, бля, иди нахуй, я сказал. Да отстань ты, ёб твою. Не хочу я с тобой дружить, а он со Слендером лучше побегаю. Стой, стой. Не, ну реально, бля, ну ты меня кумаришь. Так, блядь, куда бежать? Так, бля. В жопу всех пошел мне сюда. Так, иду на второй этаж, наверное. Да иди нахуй! Нахуй! Ну, сука, свети, блядь! Орёт как резаная. Не знаю, может, я реально буду резать. Я знаю, что ты сейчас выйдешь. На, тварь! Сука, получай! Сейчас, блядь, надо бежать, потому что просто надо бежать. Так, ну отстаньте, ёп. Музыка напряжная, но реально просто разрабы с музыкой, конечно, переборщили, мне кажется. Хотя, все нормально, оно только подчеркивает атмосферу страха. Так, все, она за мной не бежит. Или это он, я не знаю, кто это, блядь, потому что вообще оно. Так, отстань, я сказал, оно. А это типа на этом уровне это будет бака за мной бегать. Вот. Так, прыгать нельзя, да? Так, иди на. Злоебучая эта корова. Я нашел еще один генератор. Фу, бля. Ты, блядь, вообще конченая какая-то, иди. Конченая какая-то пиздебака. Вообще ты мне не нравишься. Нет, 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 окей, я ничего тебе не сделал. Опа. Что это за интригующий мои есть и глаз? Так, ее тут нету. Я вообще не понимаю, кто это он, она или оно. Вообще существо какое-то непонятное. Что мне страшно становится, если честно, ребят. Еще сейчас обосрусь. Если я обосрусь, ребят, вы только не ржите. Все, так, туалеты. Так,
кажется, не надо заходить в такие пространства. Так, никого тут нет пока. Наверное, я сглазил, что сказал пока, ну ладно. Так. Уйди на... нахуй! Бля. Ребят, я вам просто не могу передать чувство своего страха. Я думаю, вы понюхаете потом. Ну ладно. Закончим пока шутить, потому что сейчас у нас все серьезно. Эта ебака бегает за мной и не отстает от меня. Просто реально прикрепилась, я не знаю, каким-то, блин, клеем намазано. Все, музыка закончилась. Время твое вышло. Не успела ты меня сожрать. Куда мне надо идти? Я вот не пойму только одного. Ебать, тут разных ходов и выходов. Я вообще сейчас заблужусь. Когда ты... Блин, ты не заблудился? Ты где? Тварь. Тварь, я слышал тебя. Я тебя слышал, тварь. Ну зачем я тебе нужен, скажи мне. Иди других людей пугай, меня тут трогать не надо. Заебучая ты ебака. Так. Нет, нет, нет. Ну ладно, давайте уж продолжим играть. Потому что тут... Это Слендер. Черт, что он тут забыл? Уйди! Так, уйди, я сказал. Иди. Уйди! Тварь, ё-моё. Да, какой-то ты слишком эпичный уровень. Я просто не знаю, я серюсь просто. Ребят, не играйте в эту игру. Ладно, шутка, это очень вообще эпичная игра. Я вам всем советую в неё поиграть. Но на этот раз уйди! Так, ты уйди, я сказал, уйди! Ребят, что-то ее фонарик мой больше не берет. Так, я отсюда вышел. Где? Я не знаю, что мне дальше делать, потому что она меня тупо по кругу водит. Я не знаю, почему я ее по кругу вожу. Я думаю, когда-нибудь она придется за мной бегать. Так, я думаю, мы пойдем сюда. Я, наверное, тут был, но пофиг. Но главное, съебаться от этой ебаки. Пошла в жопу, блядь. Тут оказывается еще и Слендер есть. Да, я знаю, что ты тут. Вот она, ты бежишь по лестнице. Я ж тебя спалил, сука. Надеюсь, у нее тут нет брата или сестры-близняшки, блядь. Это вот такого двойного страха я ж не переживу, блядь. Так. Пойдем наверх. Блядь, да я тут был. Ладно, поебать. Так. Где еще два генератора? Мне нужно всего лишь два генератора. Да. Вот как-то не знаю. Стремаюсь. Вот тут я внизу не был, оказывается. Ёп. Черт возьми. Черт! Черт! Твою мать! Откуда она вылезла? А почему она меня не убила? Что с тобой, Лара? Лара, ты пьяна? Иди домой. Не знаю. Эта хрень, кажись, не с первого раза была, что ли. Но если так, то это хорошо. Потому что она вообще появилась ниоткуда, блин. Как крыса. Так, я тебя спалил, сука, иди нахуй, нахуй, иди мне. Вот еще один генератор, нашел я его. Так, здесь. Думаю, пора уже убегать отсюда. Нет, нам еще один генератор нужен. Ладно.
Ну, блядь, Слендер! Хрену ты за мной ходишь? Так, уйди! Я не пойму, что Слендер забыл, если завод, это территория вот этой ебанашки. Что он тут забыл? Блин, еще один этот. Так, свали. Я не знаю, где мне еще один этот брать, сколько генератор. Но, блядь, мне его надо взять. Ой, как ты меня заебалась. Выебись, а ты коза. Или козел. Вообще плохо что-то. А, блядь, я тебя вынесу. Так. Ну, блин, черт, где этот последний генератор? Мне вот самое интересное, то, что после того, как я активирую этот генератор, последний, я не знаю, что я там с ним сделаю, мне придется возвращаться еще обратно. Мало ли там Слендер опять выскочит, блядь, грохнет меня вот при пути домой, можно сказать. Ну ладно, так. Надо опять уложиться хотя бы в полчаса, так как я хочу спать. По-жесткому хочу спать. И у меня уже даже, можете заметить, что голос у меня уже не такой уж и бодрый. Потому что, блядь, я уже засыпаю. Так, ну иди ты, ёп. На, нахуй тебя в глаза. Ты чё, блядь? Так, надо убегать. Я думаю, что... Опа, у меня половина батареи. Я только сейчас заметил, что у меня половина батареи. Он никогда не любил батарейки и двери, потому что после Outlast, блядь, они реально напрягают. Это, блин, может доказать каждый любитель инди-хорроров, просто хорроров. И только не шутеров. Любители шутеров не поймут меня и летсплейщиков, которые делают летсплеи на именно хорроры. Нет, 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 блин, пошла ты нахуй. Гандоши нет. Так, блядь, ну отведись, ё-моё, ну где? Блядь, да откуда ты, ёп? Опять она меня не убила. Подождите. Я не знаю, она меня что, вообще что ли не убила? Нет, ну, блядь, вы гоните, а? Да вставайте, Лара, ё-моё. Мне кажется, если видите, если она... Так, Слендер, Слендер. Твою мать! Слендер, сука, не пугай меня. Мне последний генератор остался, а видите, если она дольше начала вставать... Когда ее второй раз уже завалила эта собака конченая девочка или мальчик маленький этот капюшоне, блядь, как гандон какой-то. И она стала дольше вставать, так что мне кажется, если еще раз такое случится, то, блядь, я сдохну. Я не хочу умирать, так как я уже 5 генераторов нашел. Так, блядь, где? Вот она ты, сука. Где? Твою мать, это не генератор. Мне нужен 5-й генератор, блядь. Пошла в жопу, тварь. Всего один генератор. Ну, блин, ну, разработчики, ну, покажите мне, где он. Так, мы пойдем сюда. Не знаю, мне почему-то хочется сюда. Так, иди на. Куда я иду? Прям к ней. В лапы, сука. Так, ну тут не были. Или были? Блядь, были. Так, ты чё ржёшь, сука? Нихуя ты меня в лесу Слендер не догнал, а ты так тем более не догонишь, потому что ты маленький распиздяй. Ты не понял? Какая вот у меня мотивация против себя. Ну, Вася, ну... Блин, почему я назвал ее Вася? Катя, или как там тебя, Кейт? Погибать вообще. Отвали от меня, пожалуйста. Я только об этом прошу, и все. Ну, последний генератор остался, ну чё ты? Ну, будь ты, я не знаю, хотя бы человеком, не знаю, кто ты там. Но хотя бы побудь ты, не можешь быть человеком. Пойми мое положение, я тут вообще снимаю. Мне как-то, блядь, не по приколу, то, что ты за мной, сука, бродишь. Ты, блядь, в
Джейсон Броди. А, бля. Куда я забрел? Так, иди, иди нахуй, поебать на тебя. Так, блядь, бежим. Бежим, сука. Надеюсь, ее как в Outlast, вот этот дух Слендер тут, блядь, ее замочит. Как в Outlast, того нашего большого друга убили в конце игры. Так, бля. Как-то это тут, блядь, затягивается слишком. Ну, блядь, опять я... Так, заебало, сука. Это слишком затянулось, так, блядь, я не знаю, как мне будет идти. Я, блядь, уже запутан, подавлен, я не знаю. Блядь. Поебать, бежим. Так. Ну, вроде музыка притихла. Значит, никаких ебат поблизости нет. Ника, кажется, я вылазил. Вон она, ты, сука, да как ты так быстро портаешься, не знаю, блядь. Грави-пушка, что ли, у тебя? Блядь, какая нахуй грави-пушка? Иди нахуй! Сука, Слендер, помоги мне. Я не знаю, я знаю, что ты дикий мудак, но помоги мне, ты мне нужен. Блядь, последний генератор. Последний генератор, нихуя ты не догонишь, у меня последний генератор. Пиздуй, мартышлюшка ты ебаная. Бежим. Бежим, 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 блядь. Куда? Нет, не сюда. Сука, ебать, если она спереди выйдет где-нибудь, не знаю, я, блядь, разобью этот компьютер в жопу просто. Она, блядь, сзади. Я, блядь, тебя жопой чую. Вон она ты, сука. Съебись правильно, нахуй, закрывайся. Не знаю, блядь, вон лестница. Слава, блядь, она не туда идет, куда мне надо. Твою, блядь, мать, так куда ты за мной бежишь? Вы, блядь, помогите мне, убить эту суку. Она меня бесит, блядь, просто до черчей, блядь, я уже выговорить не могу, Астер, блядь, пошло все нахуй. Так. Сейчас я добегаю до лифта и, я думаю, закончу. Ну все, ребят, давайте, на сегодня хватит, так резко сбросил. Как-то случайно, наверное, из-за того, что побоялся. В общем, так не попрощался. Я хочу с вами попрощаться и хочу сказать всего две фразы. До свидания. С вами был Рик Майт.